В аэропорту хотели досмотреть жену президента Грузии Михаила Саакашвили, Сандру Элизабет Руловс. В связи с этим уже вторую неделю идет неформальное расследование, сообщает портал PET.com. Женщина вылетала из Латвии на день позже своего мужа регулярным рейсом Air Baltic, а значит, на нее распространялись обычные процедуры контроля пассажиров. Когда первую леди Грузии попросили снять туфли, произошел конфликт с ее телохранителем. Представители аэропорта заявили, что службы действовали в соответствии с правилами, а вопросы нужно задавать МИДу и сотрудникам канцелярии президента, которые не предоставили всю необходимую информацию, чтобы обеспечить вылет супруги Саакашвили. 12-летний водитель совершил аварию. Пострадали и он сам, и его трое пассажиров. 14-летний подросток, годовалый младенец и 2-летний малыш. Взрослых в машине не было. Как пояснили в полиции, все пострадавшие братья.